Привет, Коха, привет, Пушкин. От лица, дык сказать, всего вокально-инструментального. Вот, мы, Коха, тебя поздравляем с четвертаком. 25-то, да, серьезный срок. Усиленного режима российского. Учитывая, сколько сделано за это время, это ух. В наших-то суровых условиях. Да. И не раз ты, конечно, удивлял нас на, так сказать, высотами творчества. Вот. Кое, например, большинство музыкантов повторить не рискнет. Потому что как-то связки не чужие. То есть, да, попробовать. Жить-то хочется. Так слушай, можешь только ты. Да. Но, а самое главное, что меня всегда поражало, ну, как бы, веселье и радость подхода жизненного. То есть мне кажется, что Коха может быть духовником, знаешь, как бы, но дал бы всем пример, как можно весело жить. У меня реально есть единственная история, очень смешная, когда я как-то приехал к Кохе домой. А у него доченька была еще маленькая совсем, она, по-моему, во втором классе была, что-то или в третьем. И я пришел какой-то проект с ним обсуждать, а Коха ходит, значит, такой, сейчас, да, как, погоди, извини. И все это в одной комнате происходит, он ходит так вот за перед стены к стене с телефоном, значит, за столом сидит доченька и делает уроки по русскому языку. А я такой стою в дверях, ну, и жду, пока он договорит, ну, и Коха такой... Доченька, вот там не так пишется. И я тебе... Доченька, там Б, а не Ф. И понимаешь, ты... И просто девятиэтажный, бля, и тут же доченька такая сидит и русский язык делает. Во втором классе. Блин. Да, Коха, ты умеешь. В общем, это было весело. Я не знаю, да, как бы, что там потом произошло. Я бы, кстати, хотел бы на нее посмотреть. Много лет прошло. Вот, я как думаю, она выросла. Она многому научилась. Да, вот. В общем, но группа прекрасная. Вы молодцы, очень много сделали. Вот, надеюсь, как говорится, долгих лет. Вот. Ангелы или демоны. Да. Вот. Никак не могу учить эту песню, все время плачу. Главное дружить, да. То есть главное дружить и с ангелами, и с демонами. Может, хер его знает, куда, блядь, потом. Лучше. Надо договориться за всеми. Лучше не портить отношения ни с кем. На всякий случай. Так что бай шалом, ребята. Да, друзья. Поздравляю. С днем рождения. Пока.